Всем привет, привет. Меня мой супруг решил прокатить на мотороллере. Аккуратнее. Ой, жарко. Жарко? Мне кажется, да. Что такое 35 градусов жары? Разве это жарко? Не ставь. Ой, мультики. Привет, Владимир, привет. Привет всем горячим. Подожди, пока не садись. Ой-ой-ой. Все, давай ты выезжай. Надо намочить. Да, возьми вот ведерко. Да. Вот. Ой, бабочка, смотрите, какая. Чуть возьму водичек. А? Да-да. А, страшно, капец как. Не бойся. Он всего лишь едем, он. Сколько мы там едем? Да мы даже 20 дней, даже нет. Даш, ты чего в меня так вцепилась? Да. Не бойся. Мы на мотороллере, не бойся. Тик-тик. Уху! Класс! Так круто вообще! Вот так я каждый день езжу в зал. Да, пока мы спим с Тёмочкой, папа каждый утро ездит в зал здесь. А еще на тайский бокс. Уху! Круто! Крутяк! Ты выезжай? Надо намочить, надо. Возьми вот ведёрко. Ой, бабочка, смотрите, какая. Чуть возьму водичек. Езжу в зал. Да, пока мы спим с Тёмочкой, папа каждый утро едет в зал. Тик-тик. Уху! Класс! Так круто вообще. Вот так я каждый день езжу в зал. Да, пока мы спим с Тёмочкой, папа каждый утро едет в зал здесь. А еще на тайский бокс. Утяг. Что, поедем по дороге? Конечно. Ты же не боишься? Теперь понимаешь, почему я кайфую ездить на мойке? Да. Можно было бы вообще не брать половину, а не арендовать машину как-то, нет? А Тёму куда садить? На руках держать? А здесь, кстати, тайцы ездят, реально, они держат детей. Один спереди может сидеть ребенок, прям младенец, один сзади привязанный. А тебя не слышно, наверное? Сейчас они все разомнутся, мы отойдем. Просто там спуск ляжет, хочу посмотреть, что там будет. А что там, зеркало сисывает? Нажимало что-то? Пляж какой-то, мы даже на нем не были. Да, мы сейчас какой-то здесь пляж, на котором мы даже ни разу не были. Он ближе всего от дома. Да не ближе всего. Ближе всего. Ближе, нет? Не-не, самый близкий. Ближе всего от дома, этот, там где регги или как-то музыка. Да, самый близкий точно. Ну вот, смотри, какой здесь прикольный место тоже. Еще посмотрим, может сюда как-нибудь приедем. Обязательно. Мы вечно какие-то далекие пляжи ездим, нам интересно. Именно прям в разные места здесь, поедем. Смотри, хороший пляж. Ну да. И рис хороший вот. Вон там пляж уже. Можем пройтись на пляж прогуляться. Давай пройдем.
Или проехать. Сейчас посмотрим. Сейчас сможем заехать? Сможем. Мне кажется, не выход к пляжу. Выход, выход. Думаю? Здесь везде выход к пляжу. Хотя да. На мотике в этом-то и прикол, что раз и припарковались. О, привет всем. Теперь вы меня слышите? О, привет всем. Вы нас слышите? Да. О, привет всем. Вы нас слышите? Да. Классно жить на Бали. Можно хоть в тусах из дома выйти. Ой, на Бали, на Тайване. Слушайте, хоть, я так и сделал. Ну, я тоже, кстати. Не особо так. Кстати, недорогие домики. Да, вот это, кстати, здесь очень за копейки можно снять. Здесь все очень просто. Туалет, душ, кондиционер, кровать. Все, больше ничего нет. Скорее всего, так. Просто на берегу, мне кажется, опасно жить, потому что может залить. Да нет. Может заливать. Тогда большие. Ну и то. Ну самой же, конечно, не бывает. Огромный. Да, здесь какой-то пляжик, но здесь ни разу не были. Жалко, я купальник не одела, сейчас окунулась. Ну, кстати, плавки от купальника, я могу, знаешь, снять шорты, в майке и в плавках искупаться. Волны очень хорошие. Ну, если нормально, пляжик можно заездить. Да. Вот рядом с нами, оказывается, есть какой-то пляж, мы даже не знаем. Массаж. Ну, я как-то на пляже немножко брезгу сделала. Я не читаю ни одного сообщения почему-то. Я то не грузик, то что, я не пойму. Я вижу только ваши лайки. Ой. Там не снимает. А, вот сейчас вижу. Да, вот здесь. Да. Куча в Бали, кстати, у меня уцелели. Ой, ребята, я сейчас окунусь, короче. Шорты сниму и прям я в майке окунусь. Тёма с нашим другом на вилле остался, с Серёгой. Че, может, сгоняю, окунусь прям в майке в этом? Давай, что? Волны большие. Ну ладно, пойдем туда, это уже поедем, да? Сейчас на виллу едем. Мы сейчас едем на другую виллу. Там, где отдыхал Жуков. Да, сегодня мы там будем. Все, что, поехали тебе обратно? Ну, можно еще побыть зайкой на какое-то место. Ну да, кстати. Скажите, останавливай трансляцию или будете смотреть, как мы едем? Сейчас уже очень рано еще в Москве. Ну да, наверное, рано. А я не вижу, видишь, у меня почему-то съехал вот этот, я не могу посмотреть, сколько это человек. При беременности опасно. Ребят, вообще опасно всегда. Все. Можно из дома выйти, упасть и сломать себе что-нибудь. Мы же не эти. Нужно всегда просто по всему подходить с умом. Аккуратненько. Да, даже при беременности опасно ходить. Да. Надо лечь, лежать. Можно упасть. Без крыши, чтобы она тоже не упала на вас. Ну как-то кран опустился. А, вот что я подняла. Скажите мне, выходите или поедете с нами? Если интересно вам, то мы еще проедем. Сори. Поедем, пишут. Мы поехали. Поедемте. Так, сейчас я, подождите, уцеплюсь. Ножку поставил? Да. Наоборот, вот так, короче. Вот. Так неудобно мне держать, давай аккуратно. Дай мне. Привет! Кстати, там так красиво. Давай лучше видом покажем, что у нас. Держи.
Все, держишь? Кстати, сапоги. Ковбой лук. Да сколько можно? Встал посреди дороги и разговаривал. Муня, чуть-чуть назад отодвинуться надо. А то ты меня с кресла высадила. Я стою, а не еду. Цепилась. Татушки всякие. Да. Кому тату набить? На эту и на ту. Вот, кстати, тут ближе всего к нам. Да, вокруг нам их ехать. На эту и на ту набью тебе тату. Там зал три тренажера. Ну что, что-нибудь поделать? Давай, я тебя бужу тогда завтра. Да. А завтра я не в зал, завтра я там, в бокс. Ну, более, то же самое. Тем более, Тёмка посмотрит, как папа его. Конечности в машине. Да. Держись. Оба. Можно и на велике, конечно, как он. Да. Это тоже опасно. На велике? Ну, что там, это опасно, то опасно. Дышать опасно. Тут, кстати, кобру видели. Да, опасно. Так, ну с Тёмой я заезжал на эту гору. Мама, тяжелее, Тёма подходит. Да нет, заедь. Перископе, да? Смотрите, наш друг Макс, он тоже перед всем смотрит. Вот так. Опа. Так, ну что, теперь? А? Ближний, вот он, прям вот выходишь, вот. А. Вот где? Я же говорю, что прямо. Не, я думал, что я говорю, что может быть самый ближний. Невозможно, здесь понизу. Короче, завтра пойдем еще на ближний пляж. Слушай, ну что, выдвигаемся, да? Выдвигаемся. Я уже готова. А расческа только... Да, ой, блин. 3 минуты и выходим. Сейчас Тему соберем. А вот ты идеально. Ой, блин, большой. Большой кого? Где мое пиво? Где мое пиво? Только творог. Только творог. 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 Кстати, мы здесь творог нашли. Да, мы, кстати, нашли творог. Искали очень долго. Да не, нашли. Вот это мужчина. Вот это завтрак у него. Я здесь с творожком. Серега, а ты будешь кушать? Я творог буду, конечно. Артем Сергеевич, планшетники пока ему можно. Недолго можно будет. Сейчас заберем. Короче, нашли творог мы здесь, да? А не помнишь, как улица называется? Я знаю, что это находится возле Макро, в Ломае. В Ломае, возле Макро, мы нашли единственный на всем побережье творог. А, не в Ломае, в Чавенде. Даже... Где аэропорт, короче? Выше Чавенга? Тёма у нас, кстати, уже научился говорить. Кстати, Тём, ты у нас научился Рэ говорить. Ну-ка, скажи что-нибудь в букву Рэ. Чарли. Чарли.
А ты скажи, скажи крокодил. Крокодил. Он у нас научился букву Р говорить, ребят. Да. А скажи еще, что за букву Р. Рука. Рука? Рука Р. Рука. Рука. Чарли. Чарли. Да, букву Р научился говорить вчера. Радости было полной штаны. Вот, ну, в общем, мы уже выходим. Сейчас ребята докушают. Ну, выходим. Вот, кстати, вилла Пагода, который в Инстаграме. Вы, наверное, уже читали. Участвуйте в конкурсе еще раз. И приезжайте сюда. Будете здесь кайфовать. Да, вот самое ближнее море, тут так прямо. Ладно, ребяточки, давайте еще на связь с вами увидимся. Я пошла Тему одевать, собирать.